Проблема нелегальной миграции из стран Западной Африки в Европу стала одной из главных на проходящем в Брюсселе саммите ЕС. После трагедии у берегов Лампедузы в начале октября, когда при крушении судна с нелегалами погибли 400 человек, итальянские власти вновь подняли вопрос о необходимости ужесточения миграционного законодательства и принятия конкретных мер. Однако с тем, что проблема мигрантов – это проблема не Юга Европы, а общая, европейские лидеры пока согласны только на словах. Государства-члены попросили Европейскую комиссию заняться изучением вопроса. В декабре мы представим на рассмотрение Европейского совета специальный доклад. Мы обсудим эту проблему еще раз на заседании совета. Я призываю Евросоюз дать решительный ответ. Среди возможных конкретных шагов Жозе Мануэль Баррозу выделил несколько ключевых пунктов. Председатель Еврокомиссии предложил плотнее сотрудничать со странами, из которых прибывают мигранты, и с транзитными государствами. Усилить контроль за европейскими границами, а также бороться с преступными группировками, которые организуют доставку нелегалов в Европу.